Наверное, надо сказать, что киберпанк действительно в определенном смысле уже наступил, просто это касается вообще всего. Будущее всегда наступает незаметно, потому что оно не так кичится собой, как об этом пишут в литературе. Когда наступает то или иное будущее, там технические какие-то прогрессы и прочее, они просто очень плавно входят в нашу жизнь, и происходит это на существенно более бытовом уровне. То есть мы от этого не начинаем жить как-то сильно по-другому, просто это становится частью нашей жизни. В этом всегда писатели-фантасты ошибаются. Александр пишет, здравствуйте, Дмитрий, с Новым Годом. У меня несколько вопросов. Что ты думаешь про технологию блокчейн? Приведет ли она к революции в разных областях экономики, банковское дело, страхование, медицина и так далее и тому подобное? Что ты скажешь насчет того, что Amazon с 2018 года будет использовать блокчейн для хранения врачебной карточки пациента? Да ничего не скажу, ну хотят они так сделать, и ладно, это просто еще одна появившаяся технология. Подобных вещей появляется очень много каждый день. Что ты скажешь насчет продвижения в машин-лернинг за последний год? Альфа-Го, Альфа-Зеро, тут еще много всего. И Вопрос, мы на пороге сингулярности. Знаете, я могу сказать, что я не очень сильно погружаюсь в эту тему. Машин-лернинг пока очень нишевый процесс. и Ну хорошо, он есть, он идет, все нормально. Сейчас пока он ну, мне кажется, массового интереса не представляет. А вот узкоспециальные конторы, которые этим занимаются, ну, им хорошо, ну, вот пусть они этим и занимаются. Я подсчитываю результаты, не думаю, что мы еще на пороге сингулярности. Я думаю, это еще не скоро произойдет.